В церемонии запуска принял участие губернатор Вениамин Кондратьев и генеральный директор розничной сети «Магнит» Ольга Наумова. Глава региона отметил, что кубанская продукция, которая выпускается на комбинате, будет поставляться на полки магазинов 65 регионов страны. Мы открываем один из крупнейших в России краснодарских комбинат хлебопродуктов, который принадлежит компании «Магнит». И одновременно даем старт работе промышленному кластеру, промышленной зоне, которая здесь и располагается. Очень важно, что комбинат будет производить изделия из муки именно кубанской, из кубанского зерна. Это принципиально важно. Это значит, что не только жители нашего края, но и жители определенной части страны, около 65 регионов, у них будет возможность на столе иметь именно по-настоящему кубанский хлеб. Я хочу благодарить компанию «Магнит» за то, что в столь кратчайшие сроки настоящий комплекс был построен. Коллеги, это 400 рабочих мест, а при полной комплектации 500 – это только комбинат хлебопродуктов. И хочу заверить, что мы готовы вас всячески поддерживать при дальнейшем вашем развитии, потому что, естественно, это не только развитие компании, это развитие всего нашего региона. После официальной церемонии открытия для главы региона провели экскурсию по хлебокомбинату. Губернатору показали готовую продукцию и даже предложили попробовать на вкус.